В университете 9 факультетов. Под список факультетов университета: факультет шариата, факультет исламского призыва и основ религии, факультет Корана и исламских наук, факультет хадиса и исламских наук и факультет арабского языка. Эти 5 факультетов являются чисто исламскими факультетами. Также есть факультеты, такие как инженерный факультет, факультет наук и факультет компьютерных наук. Есть еще один факультет, который называется факультет юридических исследований, но о нем было объявлено совсем недавно, в 2019 году. Начнем с факультета священного Корана. Этот факультет считается самым сложным среди всех факультетов. Когда я прибыл в Медину, я намеревался поступить на этот и только этот факультет. И я успешно провалился в этом намерении. Потому что для того, чтобы поступить на этот факультет, вам нужно знать весь Коран наизусть, прежде чем присоединиться к этому факультету. Этот факультет специализируется на изучении Корана, его значений и толкования. При поступлении на магистратуру факультет делится на следующие разделы: кроаты, то есть виды чтения Корана, и толкования Корана. Следующий факультет – факультет хадиса. Это второй по сложности факультет среди прочих факультетов. Факультет хадиса специализируется на изучении сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, изучении наук, связанных с хадисами, а также изучении шариата и прочих исламских наук. На магистратуре факультет делится на следующие разделы: правоведение по хадисам и его основы, науки, связанные с хадисами. Третий факультет называется «Исламский призыв и основы религии». Факультет, который специализируется на изучении исламских верований, верований других религий и религиозных течений, истории исламской общины. Этот факультет в программе магистратуры состоит из 4 разделов: вера, исламское обращение, история ислама и воспитание. Теперь мы перешли на 4 факультет, факультет шариата. Данный факультет специализируется на изучении исламской юриспруденции и ее основ. На факультете работают следующие секции: исламское правоведение, основы исламской юриспруденции и шариатское правосудие и политика. И, наконец, последний, но не менее важный факультет – факультет арабского языка. Этот факультет специализируется на изучении арабского языка, его наук и литературы. В магистратуре имеются следующие разделы: лингвистика и риторика и литература. И есть также факультеты, такие как факультет инженерии, факультет естественных наук и факультет компьютерных наук. Обучение в этих факультетах бесплатное, студент данных факультетов получает все те же бонусы, которые получает студент исламских факультетов. Обучение проходит на английском языке, поэтому для неговорящих на английском языке есть год обучения английскому. О данных факультетах будет сделано отдельное видео, иншааллах, которое вы сможете посмотреть на этом канале. Сейчас могу лишь сказать, что в эти дни реализуется огромное количество образовательных программ в Саудии, поэтому в данные научные факультеты вливается огромное количество финансов, и можно быть уверенным, что здесь можно найти качественное образование. И в целом все факультеты университета, будь то факультет исламских наук или научные факультеты, все они стремятся принести пользу исламской умме, чтобы мусульмане были образованы как в исламских науках, так и в мирских науках. Поэтому, пожалуйста, сделайте дуа, чтобы университет процветал, расширялся и продолжал приносить пользу мусульманам во всем мире.